Проклеили второй слой поверх первого, таким же образом он наносится. Также все сплошняком, все везде, насколько это возможно, все проклеено шумополощающий материал. Также на полу в салоне. И вторым слоем двери с внешней стороны. Все проклеено. Также проклеили вторым слоем крышу. Вот так вот теперь она выглядит. Результат гарантирован. Будет теперь гораздо комфортнее. Работы по нанесению материалов завершены. И все готово к сборке. Мы приступаем.